Полиция Армении разогнала митинг в центре Еревана, который проводился в знак протеста против повышения тарифов на электроэнергию. Участники акции требовали, чтобы правительство пересмотрело свое решение увеличить плату за электричество на 17-22%. Для разгона демонстрантов полиция применила водометы. Стражи порядка задержали более 230 манифестантов. В ходе акции пострадали несколько десятков человек, в их числе полицейские. Сообщается, что за скорой медицинской помощью в медучреждении обратились 25 человек. Представители оппозиции выразили протест в связи с событиями в Ереване. Фракция оппозиционного блока «Армянский национальный конгресс» покинула зал заседаний парламента.